Дошли у нас руки до косилки бежецкой. У нас был люфт. Самое неприятное случилось. Это я уже вытащил новый. И сейчас его вставляем. Старый вырезали. Плотно идет. Сейчас маленько резаком его поправлю, чтоб вошел. Потом будем приваривать. Да, и крестовинку надо посмотреть. Потом его обварим. Как бы вот это вот у нас прямо вот здесь лопнул. Оторвал я его. Кстати, ничего не уперся. А, в деревце уперся. Как бы дерево завалил. И потом смотрю, лопнуло, отскочило. Думал, предохранитель остался, надо еще предохранитель крутить. Ладно, сейчас обварю, покажу. Ну вот, мы вставили заготовку, прорезали до конца. Теперь ее надо будет обварить жестко и собирать наши тарелки. Так что... Не знаю, продолжу, покажу, нет, успею снять, потому что хочу уехать, они могут без меня все собрать. Ладно, вот, бежецкий профессиональный изготовление косилок, блять, металл хер знает какой, и сломать просто как сварку, так обрезала, раз, и все, предохранитель не сработал. Ну ладно, это на совести их. Что делают и за что хотят столько денег. Собрали косилку, не знаю, что-то Игорек, мне кажется, неправильно собрал. Ну, чтоб не встречались. Нет, вроде правильно. Вот это место. Подозрительно. Так, люфт был. Сейчас вот смотрим. Во. Люфта фактически нету. Здесь вообще нет. Здесь вообще нет. Значит, Серега выкинул шестерни. Обе выкинули, потому что больше разбиты посадочные места в шестернях. И один вал выкинули вот в этом месте. Вот. Разбит он. Зазор какой. Из-за этого происходил люфт. И встречались тарелки с ножами. Ну вот, шпонка, вот ее как выработала. Вот такие шпонки. Сейчас взяли простые КРНовские, они подходят по такому, также по размеру. Так что если кто будет перебирать, то простые КРНовские шпонки от КРН-2.1 на КРН-2.1 бежецкую подходят. Так что взяли. Плотновато они встали, так что я думаю, будет нормально.